Здорово! Сегодня на протяжении всей игры мы будем пытаться убивать только одного стримера, старого бога. Да, это тот самый чувак, который снимался в недавнем ролике «Один висп против пятерых». У него приличное количество рейтинга, он мейнит виспа, но сегодня мы с командой постараемся сделать самую худшую игру в его жизни. Это очень плохо, парни, то что я после этого подохну. Выходите, кто может? Один гуляет. Слышишь? Ну да, давай жми. Хорошо. Ну это ненормально, то что я всегда на вишене. Ну что, попробуем? О, меня убили. Бей, бей! Да убей! Мы уже снимали подобный ролик с Борей, снимали подобный ролик с Дэнди, и вот что я знаю наверняка, если старый бог или кто-нибудь из его команды догадаются о том, что происходит, выиграть будет просто невозможно. Именно поэтому так важно держать все в секрете. Парни, о смерти это только виспа. Ладно, все-таки это не то, что я думал. Я позвал Влада просто сыграть один на один на миде. Мол, он собирает команду себе, а я собираю ее себе. Но вот только он не знал, что я собрал себе не просто стак из 3 каплееров. Нет, в мою команду входит Кимирах с 8000 рейтинга, Бори Имбосик, Лимитлесс, это бывший игрок команды Бейт, также Денис Гусяр Джекей и я. Средний рейтинг такого состава где-то 8-9 тысяч ПТС. И давайте же попробуем сделать самую сложную игру для старого бога. Слушай, давай Керри Фуриона, которого буду прилетать, в него просто всегда. Да, вот Керри Фуриона это клево. Вот Фурион. Я просто тэпаться на него буду. Да, и сплитить может, и прилетать может, это очень хорошо. Я, к сожалению, не могу ними порепикнуть, потому что он будет, короче, поэтому надо что-то как-то подстроиться, maybe. Мне очень нравится Скаймак. Скаймак это мега круто, потому что ты стоишь... 9 кларити. Да, просто стоишь на центре, типа, и кидаешь петухов. Это мега круто, плюс мы изи виспа убиваем под мой. У меня на этом жопа честно сгорела. Вот это именно тот момент, на котором... Потому что ты еще не подозреваешь чего-то, но при этом ты видишь, что тебя хотят... Ну вот просто, знаешь, как будто один какой-то... Он с паблика со мной решил сыграть против тебя. Рождение внизу там где-то. Ха-ха-ха-ха-ха. Он нашёл. Ааа, у меня стоит петух, который просто болтами кидается. Миша, я твоё! Иди нахуй, предложил мне ролик снять, предложил мне ролик поснимать, какой же ты просто, короче, и есть земелье еще, да? Ты же на Кимирах, ты на земелье, да, будешь? Правильно? Да, понимаю? Да, да. Земелье тоже неплохо. Там, короче, чуваки, которые играют на саппортиках, они будут жать скролл просто бешено. Поэтому нам надо как-то убивать и выходить хорошо. Так, ну чё, все, поехали, пацаны, по пику. Давайте. Я на баре пойду. А у нас тогда скаймага не будет, если нет, на баре. Я на пятерке на баре буду. Пацаны, ну, мне кажется, что скаймаг это... Так, а кто? Нету скаймагов. Если пятерка... Не приеду скаймаги играть. Ну, бара хуже, чем скаймаг, мне кажется. Почему? А вот и я. Я Тетисов 4 пикнул. Да, без проблем. Да, ребят, кого по кайф? Давайте хардмагнуса попробуем. Там Керри Фурион. Что мне в хард взять, парни? Я бы бафы хотел какие-то. Ну, кстати, Дум вообще идеально, мне кажется. Но если ты не играешь на Думе, то не надо. Вообще никогда не играл на Думе. Все, не надо. На ком ты играешь? На каком герое? Из харды у меня Акс, Легионка были. Легионка, да? Ну, давай Легионка. Тини иногда играл. Удачно, парни, что сказать можно еще. Не думайте о том, что они там спалят что-то, еще что-то. Они так и так спалят, просто чем выше у нас преимущество, тем проще нам будет играть дальше. Потому что потом, ну, мы не сможем нафидиться, где-то еще шмотки где-то взять, то есть только висп. Он пошел за баунти руны, короче. Мы можем как-то убить, чтобы поднять это. Вот видишь, это ужас. Че за хуй, парни, вот здесь оп стоит. Мы можем его сейчас под вышку убить, слышишь, Денис? Он сейчас... Это очень плохо, парни. То, что я после этого подохну. Короче, слышишь, он без ТП-шки, он пойдет вот здесь. Он пойдет вот здесь с крипами, мы можем его опять убить. Мне кажется, Трент догадался, парни, потому что я его не убил. Да? И спелку не нажимаю. Я вот очень глупо сделал, когда пикнул Марса. Мне нужно было пикать какого-нибудь Тини, чтобы у нас был ауе контроль. Он где-то здесь качается? Не, я думаю, что он вот тут сейчас идет просто. Ну да, и тебе надо было там... Ну, не убьем, мне кажется. Но я просто все шарики фитаю и сдохну от тавра. Ну, давай, ладно. Ну да, я думаю, они уже догадались, если честно. Давай я... попробуем сюда забрать вот эту дуру, она здесь... Парни, вы должны пить легионку, это 100%, она вообще не должна подходить к крипам. Я ее отгоняю просто. Парни, я сейчас тапнусь бот. А я бегу, давай на земле. Что могу сделать? Он сделает, скорее всего. Я сами сижу. Выходите, кто может? Все. Бля, пацаны, надо как-то съебать. Пусть идут.
Парни, срочные новости. На CS GO Run можно получить до $30 за регистрацию, и я даже не шучу. Для этого, во-первых, нужно перейти именно по моей ссылке, которую я оставлю в закрепленном комментарии, ввести вот этот промокод в вашем профиле, и после этого вы сможете крутануть барабан, в котором получите свой бонус. Вот вы можете посмотреть, какие бонусы тут выпадают. Но самое главное, что это абсолютно бесплатно. Ну а теперь давайте о моем любимом режиме Double. Попробуем прокачать свой скин за 50 баксов и поставить его на синее. По итогу побеждаем и получаем коллаж за 100 баксов. Кстати, в официальной группе ВК этого сайта вы сможете найти огромное количество реальных отзывов и промокодов на халявный баланс. Ссылку я оставлю в закрепе, а вам желаю удачи. Я Тавр в меди, если он сейчас упадет, то ему, конечно... Он тут. В топе? Он тут. Ну хуярьте, чё. Мне в лесу не дают качаться. Ладно, парни, это депка. 5 секунд ТП. Вот это ненормально, конечно. Надо бот, пацаны. Могу, я тоже. Давай, Денис. Да тебе только задавились. Давай его бей. У него друг. Это его друга. Это правда. Ну все, ладно, с этого момента он точно понял. Это очень плохо, парни. То, что я просто это подумал. Забей, я три в меди. Первый спел нажал. Охуревание. 5 секунд ТП. Вот это ненормально, конечно. Бейте мне книги сейчас. Я покупать сам. Я могу. Миди, смотрите. У меня дуэль 5. Под ним Тэча стоит. Не палимся. Легионка прям рядом со мной стояла. Ебать. Можешь не забирать эту пачку? Нет. Ну, я потом надо. Трава куплю, блядь, поработаем. Ты что, ганджубасик, блядь? Ну дай мне хоть крипа. Ни одного. Бля, какой-то гандон. Какой-то русский вот. Я её нашёл. Ладно, забейте. А чё, Фарион прилетит, не? У него когда? У меня 20 тп. Да, проебал его. Идём за респом или нет? Или отмена? Ну да, надо, я просто... Я за. Правда, дровка меня уничтожит потом. Но под Т3 такая хуйня. Да. Я просто не уйду. Я могу Рошу забрать, короче, и после этого... Забирай. Парни, а смерть это только у респа. А, нет, тут рунка одна есть. Ладно, всё-таки это не то, что я думал. А чё он такая в наглую просто... Всё, смотри, они не хотят никого из нас убивать. Они из нас никого не убивают. Давайте убьем Фуру. Фуру нужно убить, парни, 100%. А нет, транс один раз стрелял. Ну, слушай. Он ТП отменил, ТП отменил. Дай ему копьё. Я один не убил. Да просто копьё под нами. А, я ещё там. У меня когда дали 10 секунд. Сюда сейчас еще вис тэпнется. У меня 5 секунд. Помогите здесь, мы виспа убиваем. Подождите, ну, если они нас не убивают, может просто я сейчас троллом спушу? Ну нажмишь кнопку на меня! Дай, брат, еще успокойся. Блять, да у меня дома... Я бегу. Только не тэчится. Ебать. Держись. Чего я там? Я выше. Все, уходим. Ужас. Надо в вышке суицидиться и 20 смертей виспу сделать. И красиво, в принципе. Он просто... Да, тут вижен. О, он, кстати, потратил свою штучку. Да, они там группа обнулись. Ну да, но можно убить и выйти. Домик. О, он обновил тизер. Миша Егис. Сходим. Чё, уходим? Смиритесь. Смотри, фокусы от одного, фокусы только одного. Я же говорю, бар, тренд. Я фарил на соло бил нормально. Блин, тренд этот, конечно. И стыдно. Догадались они, да, вы думаете? Я фарил на соло бил нормально. Ну потому что он тебя не бьет, им нельзя. Это наша победа. Ты ж мог подраться. Я иду на него. Я подбегаю. Убьете? Это далеко, парни. Очень далеко. Вот до перебоя сейчас. Не, ну это может быть и перебор, но тренд уже его не засейвит. Да, уходите. Ладно, только не подставляйся. Пару секунд арену дам. Не, ну да, это то самое. Они реально только меня убивают. Да, он реально сейчас мог дать в меня дуэль. Где не на мне? Все, ладно, давайте я в меду арену ставлю. Да, дробка в стройке, смотрите. Надо. Убивать ее нельзя, к сожалению. Че, может дадим выйти? Да, нам надо просто... Потому что не супер сложно, парни, мы все умрем просто. Смотрите, ты на виспе один гуляет, как думаете? Один гуляет. Слышишь? Ну да, давай жми. Он сейчас может нажать на кого-нибудь. Хорошо. Бля, ну это ненормально, то, что я всегда на вишене. И нам надо так еще базу спушить, пацаны, по-любому. Надо Т3-шечку им снести. Я рядом с ним побегаю, из-за этого его герои снестятся.
Давай я прилечу, ебем мне вообще. Трексал меня. Что, наш. Кнопки бара, ульт. Ладно, я продолжу. Чего меня боится на Марсе? Если бы они догадались, вы чего меня на Марсе боится, я не понимаю. Ну бейте их нахуй. Боже, какой позорище. Ну, висп ставернее, будем считать, что выход удался. Если они один раз вас убьют, тогда можете играть по сейвове. Пока вообще делайте абсолютно не ходите. Давайте мид запушим. Нет, ну твоя мне давайте мид запушим, мид надо пушить. Давай ебашь в топе реально, в соляновое. Леги... А, нет, дали разгон в лего. Да бог, они его не... А, не убивают, да? Убей их, на дровке. Я бегу. Ой, братишка, это ты зря, конечно, жрёшь. У меня будет смог нужен. Да, я бы с вами, ребят, нажал. Кстати, есть тайминг роши, я бы нэкс забрал. Вистопе. Есть на фурионе ТП? Я отменил чардж. Блять, он... Блять, я же мог... Сука, прыгни в него. Убейте его. Не успеем. Успеете, у нас ульти есть на тренте. Он умер. Давайте тогда пушить начинать, Лёша. Пойдем тогда вместе с тобой закончим. Подожди, половины Т3 уже нету, между прочим. Барда, давай хуярь эту вышку. Там всего лишь тренд, который хилит. Блядь, как они угадали вообще, нахуй. Да, это шок вообще с этим. Да, ну нахуй, я думал как раз, ну, времени мог взять. Сука, угадали нереально. Так, давай вышку пока это. Снести этот тавер, и мы уже будем иметь опцию выиграть. Папа меня, до последнего. А там не бьет. А у него будет ульт на выйти? Хорошо. Ебать, выжил. Вышку снести, блядь, очень надо. Миш, цены жизни делаю? Да, не, ну вообще да. Блядь, я сделаю. Слышь, я сделаю. Убивайся. Да он уже на месте. Ах ты ж сука, не хватит. Да бьюл ее. Дроп, не, пизда, его не пробить. Блядь. Короче, все, уже на трон работаем. Пацаны, ну обидный тавер, сейчас будет снесен, скорее всего. Ну давай! Сука, я не хочу всех припов. Я не хочу всех припов, у тебя сдохну. Не расшана, охуеть. Сбей им сейчас на обратном пути, слышишь? Смотри, летят. У них нету глифа. Виспа, так виспа убить. Давай. Ломаем, да не убьем его. Не, ломаем, у него эгис. Короче, тебе надо на баре оставаться на базе и просто сбивать им ТПшки, когда мы пойдем сейчас ему сфлитить. Вот еще. Ура, без БКБ, ловите его, блин. На тренте ульт. А, у тебя нету блинка, все, понял. Ультани на тренте. Все, нормально, заебись. Нижняя пушится. Бля, стой на базе на текисе, просто на базе, не выходи с базы никогда. Хорошо. Парни, в боте, что происходит? Я минбрейкер. А нет, пуфалис. Книжка есть. Бар улетает. Я второй скилл не дался. Прела топ, убей его. Отпушь топ. Бара будет бежать, смотри. Будь готовим пику дать, типа сайленс. Может мне на крипа этот? А, спирит тэплс. Убей его. Пацаны, надо все, надо хуярить, уже базы им сейчас. Чёрш. Нет крипов. Я пошел дальше. Бля, ко мне летят, алло, пацаны, алло. Ко мне прилетают, да. Ну ничего не сделать там. Давай, Фурыч, я лечу за тобой, погнали. Я оставляю тебя. Ну что, го, попробуем попиздиться? Че, всех ебашим теперь? Ну давайте попробуем, если это возможно. Только не сдохните сейчас, не сдохни просто я так. Я на типачку скипал, ребят, надо... Не, все ресимся и го попробуем попиздиться, пацаны. Но... У трона пол КП. Зачем? Давайте ГГ напишем, сейчас будем пушить трон и напишем ГГ. Да. О, меня убили. Давайте, парни. У меня будет плащ. Я тоже сбавим. Хилит. Давай, трента нет. Дропка стики, не забывай, стики, дропка. Я не дал хил. Улетаем. Трон. Пойдем. Срочно, пошли. Мид теперь сломать. Они без байер. Я тянусь сейчас в арену. Я после байер, парни, но ми 18. Просто закончить. Просто бейте трон, парни. Забейте, все. Надо линку, парни. Я дефлю. Я 20-й, бей. Их. Давай, трон. Доби. Все, как я. Да куда ты бьешь? А, у тебя все, парни, красавчики, просто да уби. Все, да, там. Э, ну это мид вышка полностью заруинила еще. Да. Че, еще одну? Конечно, они уже все знают уже, нет смысла. К большому сожалению, мы его убили всего 12 раз. Я тебе сколько раз убивали? 45.
Алло. 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 Не, Миш, если бы я знал, что вот эта рубрика у тебя будет, там, где убивать только меня, ну это пи***ц, ты в тильте вестры? Ну, блин, небольшой, да, тилт есть. Такой, маленький. Только меня убивали, че по-честному не сыграть? Ну... Не, но мне кажется, побольше шансов будет, нет? Если вы будете нормально играть, а не вот так вот. Ну да, шансов будет побольше, конечно, ты прав. Если хочешь, давай так сыграем. Да нет. Ну это, ну ты чё, ну... Это концепция видоса конкретная нужна. Конечно, конечно. А ты быстро догадался, Ну, когда 1.8 бегал, я понял. Ну хоть подгорело, хоть чуть-чуть, вот, только честно. Да, подгорело, подгорело. Мы еще тебя очень мало убили, у тебя 17 смертей, и меня, помню, 45, блю, что за у нас не получилось с одного момента. Не, ну просто, просто все знают, у меня ребята знают то, что меня пи***т, и подо мной никто не стоит. Вот это не понимал, первая минута игры, слушай, а это еще не тот серия роликов, там, где они убивают только одного человека? Это кто говорит, Влад? Нет, кто-то из этих ребят. Понял, я тебе написал в личку в стиме, но у тебя было закрыто, я говорю, они догадываются. Понял, ну, что сказать, ребят. Ладно, посмотрим, что ты там наговорил. Это да.